внесены изменения в количество пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской республики и перечень территорий их расположения. Как передает Ахар Ас, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Согласно решению, как и по другим пунктам пропуска, через государственную границу Азербайджанской республики четко определены названия, число указанных пунктов пропуска, через государственную границу и перечень территорий, на которых они расположены. Пункт пропуска Эйвазлы, через государственную границу. Губадлинский район, село Эйвазлы, между Азербайджаном и Арменией. Пункт пропуска Газанчи, через государственную границу. Зангиланский район, село Газанчи, между Азербайджаном и Арменией. Пункт пропуска в международном аэропорту Физули. Физулинский район, село Мирза Джамаллы. Пункт пропуска в международном аэропорту Загатала. Село Мухах, Загатальский район. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.